Друзья, всем привет! Вы на канале «Как-то так». Сегодня у нас 30 июля. Следим за ситуацией по пляжам. Сейчас мы на пляже Бечич. 10 часов утра. Ну, достаточно еще немного людей. Посмотрим, что будет позже. Планирую здесь быть где-то час-два. И запишу видео попозже. Ну, а сейчас давайте посмотрим, какая у нас температура воды. Я уже опустил градусник. Ну, как видите, 25,6. И смотрите, какая прозрачная. Да, друзья, сегодня я вам покажу, где бюджетно пообедать в Бечичи, ну и, наверное, в Будве. Если я сегодня туда доберусь, то покажу вам заодно и Будву. Друзья, ну вот прошел час. Смотрите уже, сколько людей. Пишет 32 градуса. Ну, жарковато, конечно. Ну и по ценам. Первый, второй ряд по 15 евро. Третий, шестой по 10 евро. Все, друзья, ну, буквально час там и минут 15 меня хватило. Больше не могу я на этой жаре. Лучше я вам сейчас покажу, где можно покушать недорого в Бечичи, и потом прогуляемся в Будву, покажу и там интересное место. Все, погнали. Друзья, ну в Бечичи вот есть такое заведение Way Moment, где есть шведский стол. Вы заходите, у вас тут меню. Вы можете гамбургеры, бургеры взять, а можете супы и все остальное. Сейчас я вам покажу. Значит, вот такой выбор. У вас есть суп, есть чорба. Это курица у нас с овощами. Есть рыба. Есть свинина. Здесь вы берете столовые приборы. Здесь у нас пюрешка, горох. Овощи на гриле. Здесь вот салат. Помидоры. И напитки. И вот здесь вы можете сесть и покушать все это. Поэтому локацию, как всегда, оставлю в описании. Друзья, и вот мне подсказали еще одну локацию, где можно пообедать за 6 евро. Пойдем посмотрим. Значит, смотрите, друзья, здесь есть меню дня. На обед 6 евро стоит. И вы, когда приходите, вам говорят, что сегодня можно заказать на эти 6 евро. Значит, я заказал суп, заказал куриное мясо и картошку фри. Вот, принесли мой супчик, уже салат, хлебушек. Кстати, хлеб, смотрите, все пекут. Кафе все делают самостоятельно. Все, будем пробовать. Друзья, достаточно вкусно, не хочется ни подсолить, ни подперчить. Такой легенький супчик, в принципе. Рекомендую. Ну и вот мое мясо с картошкой фри, блин, но я, конечно, это что-то не съем. Еще и салат. Всем приятного аппетита. Погнали. Что хочу сказать, друзья. Эту порцию можно даже на двоих брать, потому что я уже ем, но прям вообще уже даже не знаю. Я, наверное, все. Последний кусочек. Но очень вкусно. Поэтому, друзья, как-то так, двигаемся дальше. Ну, вот ситуация на пляже Будва. Ну, при том, что это пятница, я думаю, в субботу, воскресенье еще подъедут и местные, и Сербия. Поэтому как-то так. И вот смотрите, сколько людей даже на шезлонгах лежат. И с детьми. Мне кажется, Бечич там попросторнее. Ну, как видите, везде такая ситуация. В принципе, все понятно. Ну, я дальше не пойду, я вам сейчас покажу, где в Будве еще можно недорого покушать. Погнали. Значит, исполнено
манере шведский стол, называется «Грильбаста». Готовая еда, кафе-терраса. Вот даже написано «Готовые блюда». Находится в районе отеля «Славянская плажа», отеля «Александр». Как всегда, ссылочки геолокации я оставлю в описании. Пойдем посмотрим. И, друзья, есть такой вот шведский стол, где указана стоимость. Вы берете разнос, заказываете, да, что вам хочется. А свет ей хорошо. А, да. Вот люди говорят, очень вкусно здесь. Как вы можете видеть, написана стоимость, средняя стоимость 4,90. Это за порцию. Очень большой выбор. Есть мясные, есть морепродукты. Морепродукты немножко дороже. Достаточно большой выбор салатов. Ну, как для шведского стола. Есть сладости, десерты. Также есть пиво разливное. И флашированная бутылированная вода. Ну и, соответственно, здесь место, где можете присесть и все это покушать. Но это не единственное место. Сейчас покажу еще. Идем дальше. Сейчас я вам покажу, где можно позавтракать за 4 евро, пообедать за 7, поужинать за 8. И все это шведский стол. Погнали. Значит, прохладненько, работают кондиционеры. Большой зал. Чао. Ну и покажу, что вы получаете за 7 евро. Значит, у нас тут есть чорба, есть у нас суп, есть у нас, смотрите, какое мясо, свинина в соусе, есть у нас, тоже думаю, свинина, где-то курица должна быть, пюре, значит, разные виды подлив, какая-то запеканка, рис. Рыба есть. Значит, смотрите, фрукты есть. Большой выбор салата. Арбузик есть. Ну и сладкий стол. Блин, я вам снимаю. Слюнки потекли. Я думаю, может, что-то перекусить. Друзья, значит, что хочу вам сказать. Есть завтраки по 4. По 4 евро. Тоже шведский стол. Обед 7 евро. И ужин 8 евро. Напитки сюда не входят, только вода. Но, в принципе, как видите, большой стол. Да, мне сказали, на завтраке можно попросить чай или кофе. То есть в эту стоимость 4 евро входит чай или кофе. Поэтому свободно приходите. Ну, в принципе, мне нравится. Прохладненько, хорошо. Достойно так. Все ссылки и геолокации я оставлю, как всегда, в описании. Идем дальше. Друзья, ну вот я вчера поснимал. Сегодня мы с Юлей пришли. Мы с Юлей решили прийти, попробовать и вам рассказать. Погнали. Вот здесь мы оплачиваем 7 евро с человека билетики, чеки, и идем кушать. Друзья, ну и мы с Юлей решили попробовать, что же предлагают в этом отеле «Парк» на все включено за 7 евро. Юль, что ты взяла? Супик. Чорба, да, называется? Ну, а ты пробуй супик свой. Даже добыл там мясо кусок. Переходим ко вторым блюдам. Юль, пару слов. Картошка вкусная, с мясом. Рыбка. Запеченная рыбка. Хорошая. Жареная рыбка. Сюда. Еще у меня вот курица. Я уже пробую. Вот курица прямо, видите, разваривается так. Прикольно. Друзья, ну вот я попробовал мяско. Ну, в принципе, нормальное. То есть ничего такого особенного, но покушать можно. Юля, твои впечатления? Ну, еда здесь как в обычной столовой, то есть домашняя еда, ничего такого изысканного нету, обычная вкусная еда.
Единственный плюс здесь, ты 7 евро платишь и не переживаешь, что ты там голодный останешься, можешь есть, пока не наешься. А в ресторанах, конечно, одно блюдо возьмешь там в пределах 7 евро и думаешь, голодный останешься или нет. Как-то так. Юля пришла к десертам. Она у нас арбузик кушает, тортики. Тортик вообще классный, вкусный-вкусный. Непритерный. Такой вообще классный. Мягенький. И арбуз вообще сладкий-сладкий. А тем временем люди подтягиваются. Все больше и больше. Ну, достаточно комфортно. Не жарко. В принципе, хорошо так. Не шумно. Тут надо еще пойти взять вкусный. Друзья, поэтому вывод, если вы очень голодные, хотите пообедать, позавтракать, поужинать. Я напомню, тут опять же есть завтраки, есть обеды и ужины. И у вас бюджет ограниченный. Вы можете сюда прийти. Извините, сам удопитом. Как вот Коли по доколюту? Время. Да. Термин. Ручек от 7 до 30:30. Угу. 9:30. Да. А ручек от 12:30 до 15. Добро. Вечера от 18 до 20:30. Добро, хвала. Мы вам показали варианты, а решать все равно вам. Поэтому как-то так. Друзья, ну я хочу поблагодарить всех, кто подписан на наш канал, кто смотрит наш канал, кто поддерживает лайками, комментариями. Отдельное спасибо всем тем, кто помогает собирать нам на дрон. Уже 20% от суммы собрано. Я думаю, скоро мы дособираем, и видео станут еще интересней. Потому что мне на самом деле прям так и хочется вот этот масштаб весь показать сверху, как это было раньше. Но все будет, ребят, не переключайтесь.